доброго времени суток! Я приветствую вас на канале от Татьяны с любовью. Я к вам сегодня с салатиком, с очень простым, но изумительно вкусным рецептом салата, для которого не нужно готовить отдельно продукты, что-то отваривать, запекать. Все уже в готовом виде, только порежем и заправим. И будет очень вкусно. Сейчас все расскажу и покажу. Поехали! Для такого салата нам потребуются в первую очередь крабовые палочки. Я уже, конечно, заранее приготовила, уже все сделала. Сейчас я покажу, как я их разделала, вот чтобы они получились вот такие, видите? Я не резала ничего, я разделала их просто руками. Когда вы купите такие, ну, более-менее качественные, да, крабовые палочки, они вот так вот хорошо разделяются на волокна, видите? Вот. Если вы уже будете делать салат, то, конечно, лучше приобрести вот такие вот крабовые палочки. Фирму я вам не могу сказать, но вот так вот они должны разделяться на волокна. Просто руками вот так вот сделала. Вот здесь пачка 170 граммов. Здесь два небольших перчика порезала вот такой вот соломкой, длинненькой. Ну, где-то половинку разрезала, где-то на четвертинке. Так. А теперь, значит, помидорки. У меня помидорки свои. Еще доедаем. Значит, нужно что сделать? Я вот кусочек оставила. Нужно убрать обязательно семенную камеру. Семенную камеру убираем. Вот это вот можно там в супчик использовать, в какой-то соус, да? А помидорку разрезаем вот таким вот образом. Вот так вот помидорка получилась. Вот, три помидорки я взяла сюда, в салат. А теперь 150 граммов приблизительно сыра, любой твердый сыр на крупной терке. Все, все, моментально, буквально салат получается изумительным. Все собираем. Значит, пошли крабовые палочки у нас сюда. Перчик. Помидорки. Все вот таким образом порезано. И сыр. Сейчас возьмем 1,5 ложки столовые вот такого вот вкусного майонеза домашнего. Ссылочку я вам оставлю, конечно же, вверху и внизу под видео. Видите, какой он густой. У меня немножко он с такими темными вкраплениями, наверное, вы увидите, да? Просто когда готовила, я туда добавила черный молотый перец. И берем вот таких вот можно парочку зубчиков чеснока. Не перебарщивайте, но и чесночок нужен сюда. И вот так вот прям в майонез. Я и затру его на мелкой терке, или можете это сделать через чеснокодавку. Все равно, без разницы. Все перемешиваем хорошо. И заправочка у нас готова. Когда в майонез добавляете чеснок, это получается намного лучше, потому что чеснок уже здесь у вас хорошо перемешался и равномерно распределится в салате. Так, сейчас мы посолим. Не забывайте, что у нас соленый сыр и майонез, да? Немножко перчика я добавлю. Все, делайте это по вкусу. Потом просто попробуйте. Все. И добавляем майонез. Если майонеза будет мало, я сейчас посмотрю, то я добавлю еще. Чеснок добавлять уже точно не буду. Все перемешиваем хорошо. Смотрите, вот какая красота у нас получилась. Сейчас мы перекладываем в красивый салатник, чтобы подать на стол. Перед подачей обязательно попробуйте на соль и на перец, чтобы у вас все было очень вкусненько. Перекладываем в красивый салатник и подаем на стол. Вот такая вот у нас красота и вкуснота получилась буквально за несколько минут. Ничего не нужно варить, предварительно там запекать. Все готовые продукты, которые быстренько пошинковали, разделили на необходимые кусочки и заправили вкусным домашним майонезом с чесночком. Это супер вкусно, поверьте мне. Обязательно попробуйте, я уверена, что вам понравится. Хорошего вам вечера и приятного аппетита! Вот такой вот салат у нас с вами получился. Я вас уверяю, что он очень вкусный. Салат не новый, возможно, многие уже пробовали его, но если кто-то не пробовал, обязательно попробуйте. Это очень вкусно, вот реально. Посмотрите, какая красота у нас получается. Как это вообще сочное, помидорки, ароматный перец, крабовые палочки. Не пожалейте денег, купите хорошие крабовые палочки, и салат вас порадует. Такой салат
не стыдно поставить даже на праздничный стол. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, не забудьте подписаться на мой канал, оставьте пару слов в комментарии, я буду вам очень благодарна. Всего вам самого доброго и самого хорошего. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока.